Спасибо за вашу солидарность и за поддержку друг друга. Я сейчас обращаюсь к работникам телевидения. Ребята, я знаю, как вам страшно. Я знаю, что вы боретесь со своим страхом. Но поверьте, говорить правду несложно, особенно когда мы знаем, что нас большинство. И мы вас поддерживаем. Вы наши герои, все, кто сейчас здесь. Вы герои! Продолжайте сопротивляться этому насилию. Вы все профессионалы. Среди вас очень много талантливых людей, которым все эти годы не дают нормально работать. Вы живете в состоянии цензуры, вы не можете выразить, вы не можете творчески здесь развиваться. Ребята, возьмите в свои руки, возьмите на себя ответственность, говорите правду, творите и просто созидайте, делайте все, что вы можете делать хорошо. Мы знаем, что сейчас с вами часто встречаются, вам угрожают, вам говорят, что вас будут лишать зарплаты, там, премии, всего остального, вас уволят. Не верьте! Вы работаете для себя и для белорусского народа. Народ это оценит, мы вас будем поддерживать. Пожалуйста, не бойтесь, уже существует масса инициатив, которые в том числе и материально поддерживают людей, которые не боятся сопротивляться, которые не боятся говорить правду. Мы с вами! Спасибо! Спасибо! Спасибо!